Неисправные газовые приборы зачастую становятся причиной аварии, взрыва или пожара. А вовремя обнаруженная утечка газа может спасти жизни. В Одинцовском округе продолжается масштабная работа по обеспечению газовой безопасности граждан в многоквартирных домах. Глава округа Андрей Иванов держит этот вопрос на личном контроле. Пришли проверить, как занимаемся газовой безопасностью, как меняем датчики. Где-то, где необходимо, меняем подводку. Эти трубы, трубки, которые идут в газовые плите, они вышли из строя. В рамках реализации программ «Гибкая подводка» и установка датчиков утечки газа жителям многоквартирных домов в качестве профилактических мер заменяют газовые шланги и размещают систему контроля загазованности, предназначенную для обнаружения превышения концентрации голубого топлива в помещении. Комплектация системы состоит из датчика загазованности, который подает сигнал на установленный клапан на текущем газопроводе перед гибкой подводкой. И при утечке газа начинает срабатывание. Датчик улавливает концентрацию газа и подает сигнал на перекрытие текущего газопровода. Виктор Васильевич с семьей проживает в многоквартирном доме с 1990 года. За это время с проблемой утечки газа не сталкивался, но, узнав о программе, не задумываясь, подал заявку на участие. Увидел на стенде, что будут устанавливать, а потом я еще получил платежку. Там написано, что с июля где-то будет, у кого-нибудь такого датчика, то увеличат плату. Ну, я думаю, ну-ка, давай, зашевелился. Специалисты приехали быстро, установка оборудования заняла не более 45 минут. Жильцы дома остались довольны. Сейчас все работает, кран открыт. Все, пожалуйста, горит. Ну, поскольку утечки нет, сигнал молчит. Нет, это рекомендую всем рекомендую. Это безопасность. Елена Краева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».